Кызылординской области успешно реализуются госпрограммы. Областной центр преобразился, в регионе строятся дороги, возводится жилье, детские сады, школы, больницы. Такую характеристику области сегодня дал Нурсултан Назарбаев. Президент подчеркнул, что для повышения благосостояния казахстанцев создаются все необходимые условия. Однако уровень жизни напрямую зависит от трудолюбия самого населения. Ко всему прочему, президент отметил важность озеленения края в сложных природных условиях. В том, что нетрадиционные для Приоралия зеленые насаждения, такие как сосны, ели, дубы, можжевельник, станут украшением региона, Нурсултан Назарбаев ознакомился лично. Глава государства сегодня посетил экспериментальную площадку подсобного хозяйства Коксу. Объект занимает площадь почти в 19 гектаров земли. На его территории высажено около 150 тысяч лиственных, хвойных, плодовых и декоративных видов деревьев и кустарников. Хозяйство занимается озеленением областного центра и проводит селекционные работы. Вы видите этот сад, такой замечательный. Надо отдать должное человеку, вырастившему его в степи, где постоянно бушуют ветра. И в Астане говорили, что ничего не выйдет. А какой лес подняли? 70 гектаров. Скоро соединится с лесополосой Буровая. Если по программе «Жасыл-Ель» каждый молодой житель страны посадит дерево и вырастет его, он не только оставит след в своей жизни, но и внесет вклад в оздоровление экологии и улучшение климата. Наша страна огромная, а леса в ней занимают всего 3,4%.